явно там происходит, сейчас ты увидишь, как бы, принятие просада, потому что это реально конвейер. Люди идут, их быстро-быстро как бы разбирают. Слушай, а, кстати, смотри, реально, может обратно спуститься по дороге, нет? Нет, зачем? Мы спустимся по другому фуникулеру, благо у нас на это есть билет, а потом с этого фуникулера нас заберет автобус, который отвезет нас на вторую сторону. Вот это манас. Манас — это разум? Да, ум. Манас — это сознание. А сознание, разум — это рудра. Да. Рудра — это на самом деле одно из имен Шивы, старое, старое имя Шивы. Слушай, ну Индия реально многогранная. Я, конечно, в какой садик красивый, а? Ты посмотри. А вот мы и приехали. Кофе мы попьем позже. Да. Спасибо за внимание. Забывайте свой просад. Спасибо, прошу пути.